Именинника видно издалека. Почти бесшумно он наряжен и начинает свой праздничный путь по городу. Успешным опытом по созданию этого электрического транспорта сегодня исполняется 135 лет. По кемеровским же рельсам первый уличный поезд заскользил значительно позже, 75 лет назад. Культура возросла очень, безопасность на должном уровне. Форма у нас у всех водителей, форма у кондукторов. Обслуживание на высоком должном уровне. Перевозим мы до 45 миллионов в год. Понимаете, какая это выручка идет? Я горжусь еще раз своей компанией, своими людьми и хочу работать. Такое желание работать на рельсах не угасает у Нины Самойловой уже 48 лет. С виновником торжества она знакома давно и близко. Говорит, за эти годы его стало не узнать. Поэтому ностальгирую к своему первому и старому другу заходит со слезами на глазах. Видите, какие эмоции переполняют меня. Всегда, когда я захожу в этот трамвайчик, а я захожу в него часто, или прохожу мимо его, я всегда потрогаю его за борт и скажу: «Здравствуй, мой дорогой, ты все еще стоишь, ты все еще смотришь на нас». И он мне как бы молча отвечает: «Да». Этот трамвай работал еще в военные годы. Вагон скорее похож на дачную веранду. Ковер на полу, деревянные сиденья, стены и потолок и уютные шторы на окнах. А кабина машиниста максимально минималистична. Здесь только руль и рычаг переключения скорости. Вот вы видели первый, который стоит, какой комфорт у них. И сейчас можно посмотреть вот в этих вагонах, как более удобно. Уже последнее время пошли уже вагоны с кондиционерами. В этом плане, конечно, удобно и легче работать стало. Идем в ногу со временем. У нас последний трамвайчик, вот у нас, может, видели, ходит. Это с Белоруссии прислали. Более современный, уже оборудованные вагоны компьютерной системой. Ежедневно на линии выходит 62 трамвая. Движение каждого отмечено вот на такой карте. За движением всех следит диспетчер. Здесь же можно найти наш праздничный трамвай. Вот примерно здесь он сейчас находится. Юбилейный трамвай, украшенный историческими снимками и детскими рисунками, объедет сегодня весь город. У каждого кемеровчанина будет возможность прикоснуться к празднику абсолютно бесплатно. По всем трамвайным маршрутам вагон совершит как минимум по одному рейсу. А первыми пассажирами стали воспитанники школы психолого-педагогической поддержки. Их юбиляр равнодушно меня оставил. Красочные очень. Миша, с шариками. Миша. Все разноцветные, с рекламами. Ну, очень красивые. Там много света, сидушки хорошие, пол прямой. Спустя века со знаменательной даты сегодня к празднованию юбилея присоединились все трамвайные города страны. Российские пассажиры узнают виновника торжества по особым наклейкам и единому оформлению. В таком праздничном костюме трамваи будут курсировать по городам весь сентябрь, ну а потом вернуться в свой будничный облик в ожидании следующего торжества. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города.